Тысячи воспитанников уютных стен 18-й школы разлетелись по всему миру. Но каждый хранит теплые воспоминания о первых уроках жизни. Цель педагогов – вырастить личность, но и о качестве образования не забывают мариинские и кадетские классы. Уже 18 лет школа сотрудничает с военно-морскими училищами Петербурга, а с недавних пор и Севастополя. В багаже учебного учреждения 52 офицера, капитаны третьего ранга, командиры боевых частей. Именно школа дала мне ту базу, те знания, которые мне помогли в дальнейшем выбрать именно эту профессию, которая сейчас очень ценится благодаря педагогическому составу, нашей директрисе Светлане Геннадьевне, которая постоянно контролировала всех учеников лично, как они обучались, присутствовал на всех мероприятиях. Именно благодаря этому я стал курсантом. Директор школы Светлана Медведская отмечает, юбилей – это лишь повод оглядеться и понять, куда идти дальше. А планов у 18-й школы хватает.